Каждая студенческая группа может сказать о себе: «Мы самые умные, самые дружные, самые спортивные, самые талантливые». Однако только самые лучшие и уверенные в себе решаются проверить правдивость этих слов и принять участие в конкурсе «Лучшая академическая группа». Цель конкурса, конечно, сплочение непосредственно наших студентов, но и поощрение тех лучших академических групп, которые у нас в университете. У нас более 600 групп, но не каждый может похвалиться тем, что все в группе очень успешно сдают предметы, имеют достижения в науке и в общественной работе. То есть каждый год мы отбираем именно те группы, которые имеют достижения в учебе, в науке и в общественной деятельности. Финальный этап потребовал от конкурсантов сосредоточенности и максимальной отдачи. Участникам конкурса тяжело было скрыть свое волнение. Репетировали до самой последней минуты. Все без исключения группы отличались оригинальностью подхода к выбору костюмов. Просто это самый лучший профор, да. Да. Вот. А мы самый лучший волонтер. Да, вот поэтому у нас разные футболки. Факультет физика, 201-я группа, 201-я всегда первая. Конкурс «Лучшая академическая группа» послужил поводом проверить, насколько дружны и активны группы, позволил открыть новые таланты. Для большинства участие в этом конкурсе стало открытием, но одна группа уже заслужила звание старожилы конкурса. У нас очень дружная группа, и поэтому мы решили попробовать свои силы еще раз, чтобы доказать всему университету, что мы, наверное, достойны победы, и что мы очень дружные, очень любим друг друга. И вообще последний год мы не могли не воспользоваться этим шансом побывать еще раз на сцене и представить свое видение как бы этого конкурса. Готовиться было тяжело, но мы старались сделать все по максимуму, чтобы получить как можно больше впечатлений от этого мероприятия, просто от того, что мы участвуем в нем второй раз. Отличием лучшей академической группы 2017 от прошлых конкурсов стало озвучивание предварительных результатов до начала представления творческих номеров. Здесь, на этой сцене, будут выступать лучшие академические группы нашего университета, лучшие из лучших. А жюри предстоит очень непростая, очень сложная работа определить среди лучших самые лучшие академические группы. Встретим с душой. Под таким девизом прошел 13-й смотр-конкурс «Лучшая академическая группа 2017». Красной нитью через все выступления участников прошла тема предстоящего чемпионата мира по футболу. Поэтому конкурсанты перенесли зрителей в будущее и показали, как Саранск будет принимать зарубежных гостей, как будут проводиться экскурсии. Иностранцы явно запомнят нашу самобытную культуру. Кроме того, нашим биологам удалось создать генно-модифицированного футболиста, который бы точно привел нашу команду к победе. Участники показали высокий уровень вокального и хореографического мастерства. На сцене развернулись настоящие театральные постановки. Выбрать группу победителя было очень тяжело. По итогам конкурса третье место заняла 202-я группа архитектурно-строительного факультета. Второе место было присуждено 402-й группе медицинского института. И первого места была удостоена 401-я группа филологического факультета.